Да. Вот уголочки, уголочки. Сверху, берите, пожалуйста. Я тебе покажу. Вы что, на телефон? Карточки для более взрослых детей, которым, наверное, лет 13 точно зайдешь, если дискутируешь. А это представляется гранатой, чтобы... зрителям сегодняшнего мероприятия добра, здоровья, счастья, любви, благополучия, долголетия, конечно же, мирного неба над головой вам и вашим семьям. Слава Российской Федерации! Сказали, спасибо, что собрались здесь, спасибо, что много детей. На самом деле, фестиваль, наверное, будет продолжаться как можно много-много раз.
хорошее начало, хорошее предложение. Выставка, показ изделий, что они не могут. На самом деле, День добра. Как называется фестиваль простым языком? День добра или что? Город? Город добра. Да, где каждый вносит свою лепту в город, в нужды какие-то определенные. Вот сегодня что будет? Как будет все проходить? Как будет все это происходить? Там, сбор макулатуры? Какие-то еще, что еще будет? Куда все это будет идти? Выступление собачек, правильно? Да, расскажите просто. Сегодня происходит опять сбор макулатуры на улице. Выручные средства пойдут на нужды бойцов СВО. Обращение от бойцов чуть попозже, но они тоже к вам обратятся через видеозапись. Сейчас проходит благотворительный фестиваль. Покупая на фестивале какие-то вещи, вы тоже помогаете бойцам в зоне специальной военной операции. Вы видели, что сегодня много волонтеров, которые помогают тоже нашим военным в разных совершенно отраслях. Вот. И вы можете познакомиться, вы можете записаться, начать проявить свою гражданскую российскую позицию и помогать нашим военным, как волонтеры тоже ширить волонтерское движение и добровольчество. Денежное приветствие тоже в общую копилку. Добра, здоровья, конечно, мирного неба не было, чтобы все закончилось, чтобы еще было радостнее и уютнее, и лучше жить и делать для города добрые дела. День добра, пусть так и будет. Всем добра. Мордина, Татьяна Ивановна Воробьева, Татьяна Ивановна, можно на себе. Наше объединение, которое нам сейчас очень-очень необходимо. Ну, а теперь сама песня. Да, вот сюда. Моя
Thank you.
Девушки, он без солдата, главное,
любовь я гоню от себя, всегда остаюсь.